Hi, I'm Olga Adamovich-Basile, and I would like to thank everyone for participating in and congratulate the winners of our Golden Time Music Festival. In time, I wish everyone who not a winner never lose a hope and belief in themselves. So it was a very intense competition and everyone competing was of a very high standard. So I hope some of you will be able to participate in some professional and special competition for your instruments or voice competition. And one day we will see you in a bigger stage of the world. So now, really briefly, the name of participant that I would like especially remember. So we have a different nomination, and now I'm just tell you some names. Julia Vaitoskaite, academic vocal. Stephanie Nikolova, pop vocal and composition. And video clip. Sanata Suat Dina Muzabekova, very good pop performance. Marina Vinogradova, jazz vocal. It's great, it's amazing. As your arrangement of Italian song. Then we go to the piano nomination, Chinar Kuchuk, our young pianist, Shems Gasimova, really speedy duet, Lalazar Alizada Enigar Mamadova, Ibrahimili Malahat, the piano again, Hedie Yesel and special words for Tekla Berlidze and Munavar Eliva, the really talented young pianist. So good luck in your career. Hope we'll see you one day. Maybe here in London, there is a beautiful halls for the pianist like you. And then in a wind instrument, Habib Rahimili, in accordion, Piotr Terzi and Nikita Volkov. So with the instrumental composition, Jason Simard, very nice, very professional, interesting, lovely composition. Instrumental ensemble septet. And I'm really enjoy the vocal composition, Margaret Sargsyan. Thank you very much for your lovely and touching song. And thank you everyone and good luck. Здравствуйте, дорогие участники фестиваля конкурса Golden Time. Я Ольга Адамович-Базили. Рада приветствовать вас всех. Хочу поблагодарить за участие и поздравить финалистов, а также пожелать успеха просто всем участникам, независимо от того, сколько баллов вы получили и какие места. Было очень много интересных выступлений в различных категориях. И сейчас я назову несколько участников, которые мне запомнились и понравились. В академическом вокале хотелось бы отметить Юлию Вайтоскайте, простите меня, если я не совсем верно произношу все имена, Стефани
Николова, Леди Галакси. Этот участник, участница подала на более чем одну номинацию. И могу сказать, что очень талантливая девушка, и композитор, и исполнительница, и создательница клипов, молодец. Очень хорошие, талантливые работы. Юный певец Мурза Сарпашев. Прекрасный голос, динамика, и замечательное исполнение итальянской песни. Санат Асуат Дина Музабекова. Очень хорошие профессиональные выступления, прекрасные голоса, и мало что можно добавить. Желаю вам успехов. Отдельно хочу выделить участника Марину Виноградову. Она также подавалась в несколько номинаций, как композитор, как исполнитель. Тоже совершенно удивительные выступления. С большим удовольствием посмотрела, послушала. И также желаю огромных успехов. Очень понравилась обработка и исполнение джазового произведения. Среди songwriter тоже могу выделить Риту Скачила. Прекрасная песня. Далее хотелось бы выделить пианистов. Пианисты были совершенно потрясающие. И поверьте, мне было очень сложно выбрать самых достойных, потому как уровень, ну, скажем так, зашкаливал, да. То есть, ну, я имею в виду, мы же не конкурс Чайковского, да, или конкурс Рахманинова, поэтому, конечно, уровень некоторых участников был очень высокий, и с большим удовольствием, реально с большим удовольствием послушала ваше исполнение. Вот Шемс Гасимова и Лалазар Ализада и Нигар Мамудова прекрасный дуэт исполнили. Ибрахим Ли Малахат, прошу прощения, если я неправильно произношу да, ваши имена, дорогие мои участники, но, возможно, имена довольно сложные, поэтому не все могу прочитать правильно. Совершенно изумительные программы. Текла Берилидзе, прекрасные, старшие участницы в номинации фортепиано. Мунавар Алиева, очень сильные две участницы, вот среди вас было очень сложно что-либо решить, то есть желаю вам от всего сердца огромных успехов, и дай бог, будем надеяться увидеть вас действительно на конкурсах, таких как Чайковский, конкурсы такого мирового, может быть, конкурса Шопена, не знаю, куда вам только захочется поехать, дай бог вам успехов. Среди инструменталистов Хабиб Рахими на саксофоне очень-очень достойное исполнение. Были у нас и аккордеонисты Никита Волков и Петр Терци. Прекрасный септет. Был инструментальный ансамбль. Была очень красивая и интересная композиция канадского участника Джейсона Симмерт. Мне также понравилась и песня Татьяны Резник в номинации Composer Vocal Music.
и Маргарет Саргисян. Одна из песен была очень трогательная. И так, я выделила только те номера, которые мне запомнились, врезались в память. Но это не означает, что все остальные были намного хуже. Было очень много талантливых участников во всех номинациях. Просто нет, к сожалению, времени разбирать все. Поэтому я вам желаю всем еще раз успехов. Дерзайте, пробуйте, пойте, играйте, сочиняйте. Вы все талантливые и все рано или поздно добьетесь больших успехов. А я прощаюсь с вами. Прекрасного дня!